Воздержание и как быстро поднять тестостерон. Буквально 2 секунды. Больше вам ничего, собственно, не нужно. Никаких физических нагрузок, занятий в зале. Мы сейчас говорим не про мышечную массу, как у химиков, а мы говорим с вами сейчас про собственный тестостерон, который позволяет нам продуктивно проживать нашу жизнь. То есть мы можем хорошо учиться, мы можем уверенно себя чувствовать, мы можем делиться этой энергией с окружающими. Самое простое, что я могу вам показать, это называется танец тандала. Смотрите внимательно и повторяйте. Для начала прыгаем, опа, потом прыгаем так, чтобы пятка коснулась нашей жопы, опа, потом выпрямляем руки, как горилла, в одной руке должен быть кулак, а здесь ладонь, и опа, так, сейчас я выпрямлюсь, фух. И вот так на протяжении трех, потом еще раз трех минут. Фух, 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 фух. Если вы это комбинируете с половым воздержанием, то прилив будет моментальный. Это проверено. Я желаю каждому сейчас поднять свой собственный тестостерон.